пытались найти правильный визуальный язык, на котором мы разговариваем с детьми. С одной стороны, сегодняшний, а с другой стороны, детский. Девайсы занимают очень большую роль в нашей жизни. Просто музыки и просто сказки недостаточно. И недостаточно просто видео. И именно поэтому у нас появился видеоинтерактив, чтобы мы разговаривали со зрителем, чтобы мы его буквально вовлекали к нам. Образ инструмента – это самое главное было для нас. Именно не конкретный инструмент, хотя мы его тоже показываем, да, но дальше, когда он звучит, и это есть в партитуре, да, как звучит фагот, сочно и мягко. Что такое сочно и мягко? Или как звучат кларнеты, настойчиво, и вот что такое сочно, мягко, настойчиво. Вот этот образ звучания был для нас очень важен. Мне хочется, чтобы ребята увлеклись музыкой, то есть чтобы привычка ходить в театр на оперу или на балет появилась именно вот после просмотра этого спектакля. Так что берите родителей и приходите в Большой театр.